Чувствую с напарником, ну и ну, ноги прямо ватные, все в дыму. Чувствую, нуждаемся в отдыхе, что это нехорошие воздухи. Взяли Жигулевского и Дубника, третьим пригласили истопника. А выпили, добавили еще раза, тут нам истопник не раскрыл глаза. Пора ужасную историю, пора Москву, про Париж. Наши физики проспорили, их не физикам парить. Стало все на шарики, в косе, в скотч, шиворот на выворот, на бикрень. А что мы с вами думаем, день, то ночь? А что мы с вами думаем, ночь, то день? И рубают финики, лопари, а в Сахаре синий в проворот. Это годы физики на пари, раскрутили шарик наоборот. Забыл там тропики, а где Нью-Йорк, Нахичевань? А что мы с вами люди, а не бобики? Им на это начихать. Кончил ту историю истопник. Чувствую, напарник буквально сник. Раз такое дело, гори огнем. Больше мы маляра ни часть не пойдем. Взяли в поликлинике бюллетень. Больше нас работаю, не морочь. Ну что тут за работа, если ночью день? А потом обратно не день, а ночь. Ведь при всей квалификации здесь возможен перекос. Ведь это ж, братцы, радиация, а не просто купорос. Пятую неделю я не сплю с женой, пятую неделю я хожу больной. И, дескать, и напарничек мой плачется, и, дескать, он отравлен начисто. И лечусь столично и в личное, чтоб совсем с ума не строиться. И старик сказал: столичная очень хороша от стронция. И не верится, не верится, что минует нас беда. А шарик крутится, да вертится, так все время не туда. Так все время не туда. Вот такая песня Галича, которую пел Высоцкий. Значит, бой первый такой тут. Играется все указательным пальцем. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Когда вверх струны зажаты левой рукой, когда вниз струны приотпущены, чтобы глухой звук был. Начинаете с удара вниз, песня начинается с удара вниз, вниз-вверх. Вниз, и потом пошел бой вверх, вниз-вверх, вниз-вверх, вниз. Вот иногда по ходу песни тоже делается удар вниз на прижатых струнах, то есть играет, например... на атом тоже начинается с удара вниз. Еще там места есть. Вот второй бой такой. Играется уже четырьмя пальцами. Большим играете пятый и четвертый, чередуете. А между этим тремя пальцами играете три нижние струны одновременно вверх. Также здесь можно использовать педаль левой рукой, струны приотпускать, приглушать. После дергания аккорда. Вот, и играть таким образом. В течение песни эти бои чередуются. Я в тексте отметил наклонным шрифтом такой бой, а прямой шрифтом вот этот бой. Текст будет с аккордами в описании. Также там будет настройка гитары под Высоцкого.